Всем привет, с вами SteveBro, и сегодня я покажу вам, как вырастить большой гриб в Майнкрафте Pocket Edition. Ну, для этого гриба нам понадобится сам гриб, два вида гриба, либо мухомор, либо обычный гриб. Дальше нам понадобится вода, ведро воды и костная мука. Так, ну после чего мы берем ведро воды в руки и копаем один блок вниз. И заливаем этот блок водой. После чего мы берем наш гриб в руки и ставим в эту воду. Да, как вы теперь можете видеть, что наш гриб пошел. Туда поместился, и теперь мы тапаем костной мукой, и у нас вырастает такой большой гриб. Да, можно также выращивать этот гриб и без костной муки, надо быть долго. Давайте теперь посадим мы мухомор. Вы увидите то, что он тоже вырастет так же, точно так же. Так, ставим опять его так. И тапаем костной мукой. Как видите, наш гриб стал еще больше, чем тот. Вот, ну такой секрет. Если кто не знал, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.